Всем доброе утро! У нас сегодня на завтрак сырники! Катюша у нас все утро готовит сырники. Какой у нас хороший. Так, еще рано переворачивать. Вот, и также кофеек у нас будет на завтрак. Еще сегодня у нас Дима ходил в магазин, купил молока. Какой Дима молодец. Вот, сейчас будем есть сырники. Можешь достать с ящика салфетки, пока с тобой вышли? Угу. Могу. Опа, я тебя поймал. Вот смотрите, у нас фрукты, ягоды, сырники, джемы, масло, сметана, кофеек. Что, ребят, всем приятного аппетита. Я включил там какой-то фильм. «Один дома, одна»? Нет. Нет? Вот. Этот. Вот так вот. Ребята, мы вышли из дома и решили поехать в магазин. Но тут такая беда. Сегодня праздник. День святого Стефана или Себастьяна. Господи, как он? Ну, по-русски Стефан. Да, по-испански Себастьян. Да. И сегодня все закрыто. Да. Вроде как завтра все открывается, и уже до Нового года. Магазин нам срочно нужно, потому что мы завтра и уезжаем. Да, мы завтра уезжаем. У Вани же день рождения, и он свой день рождения хочет провести в горах. Думаю, мы завтра уезжаем в горы, в Андорру едем. Угу. И Ване нужно купить и Диме термобелье. Тогда придется завтра утром поехать в магазин. Что мы сейчас делаем? Ну, пока катаемся по кругу. Я не знаю, сколько мы уже кругов сделали. Это же другое кольцо. А, другое? Угу. Сейчас ты на другое поменяешься. Да, вот там здесь поменьше. Короче, что делаем? Не знаю. Ладно, поехали. Мне то кольцо больше нравится. Поехали. Блин. Все планы с Марком. Едем домой, будем смотреть «Один дома, два». Где, что будем делать? Я не знаю. Что делать, ребята? Все закрыто. Ни души на улице, одни машины ездят, а то там две Давай машины. Давай на заправку заедем, погуляем там внутри. Тебе там понравилось? Сегодня Дима ходил за молоком утром. Походу ему понравилось, поэтому он хочет там прогуляться. Прогуляемся, там проведем время. Ой, да, в праздники как-то все закрыто. Смотри, сколько голубей наверху. Ага. Да что ты крутишься, да, домой поехали. Меня уже тошнит. Хватит этого шикарного аттракциона. Поехали домой. Мне кажется, мы сегодня классно погуляли. Чай, поехали пить чай. Давно мы чай сегодня вообще не пили. Ладно, поехали, уговорили. Надо еще на другом ветке. Блин, сейчас только 3 часа. Что делать? Что это, ментамон, аффектором, коннектор. Слушай, прикольно. Что? Машина предлагает заказать ситу. По-русски ситу будет. Время. Свидание. Время, встречу. Короче, мне нравится. Как бы можно тоже. Традуктор Дима Эльмехор. Не, ну, в общем, в Таере. Свидание в Таере. Мастерское свидание. В общем, нам нужно пройти обслуживание через 30 дней. Техобслуживание, да. И машина предлагает заказать ситу. Сита, как вы поняли, это свидание. Вот, в общем, нужно ехать на свидание. И он предлагает позвонить попозже или не, спасибо. Покажи что-то. А. Вот. Слушай, если я позвоню, мне кто-то возьмет? Трубку. Никто не возьмет. Сегодня ты праздник? Что? Праздник сегодня. Мастарды. Шикарно. Может, пойдем на аттракционы? Дима, не хочешь покататься? Там такие горки. Мы, кстати, на них так и ни разу не покатались. Может, сегодня настанет тот день? Хотите покататься? Нет. Хочу, чтобы вы покатались.
А есть турник, можно пойти на турник. Какой турник? Я вас умоляю. Едем домой. Есть бассейн. Пишите бассейн. Мы, ребята, наматывали круги и телепортировались, короче, в Удон. Есть один торговый центр, только он не в Барселоне, а за Барселоной. Голубой утенок называется. И тут этот торговый центр открыт. Мы заехали пообедать. То, что мы искали здесь, не нашли. Да, то, что искали, не нашли. Ну ладно, мы зашли в Удон. Ваня заказал себе чикен якисоба. Я тоже чикен якисоба, только курица у меня... Это кораль чикен. Кораль, да. А, Дима, что ты заказал себе? Рис с карри и говядиной, по-моему. Остренький? Нет? Написано, что острое было, но я не чувствую. Ну, что-то не острое. Короче, здесь очень вкусно. Ой, так что мы обедаем. Всем приятного. Всем приятного аппетита. Аппетита! Ваня хочет поиграть. Что достать хочешь? С первой попытки. Ну давай. Розовый бык. Просто я профессионал. Ты чё? Когда она опускается, она крутится. Может, вот это крутится? Нет. Тут тоже... Он уже одинаково, только поменьше. Сейчас, подождите. Вторая будет. Ой, зачем тебе розовый бык? Тебе розовый бык? Мне не нужен розовый бык. Может, миллион? Ты дрянный, зелененькая шапочка. Нет, розовый бык нам нужен. Так куда ты поехал? У тебя же секунды там есть. Да, у тебя ограниченное время, Вань. Давай быстрее, 10 секунд осталось. 6. Все, ты не сможешь. Ты должен за голову. Ты что? Не, Ваня хочет за туловище. Пойдем. В общем, ребят, мы вернулись домой. Сейчас уже 8 часов вечера, то есть прошло достаточно много времени. Вот, и все это время Катя спала. То есть мы вернулись домой, Катя говорит, я так спать хочу. Пришла, уснула. Я думаю, уже время ее будить, потому что она потом не уснет ночью. Хотя снет. Я сейчас ей отнесу кофеек. И я думаю, она его с радостью попьет. Кофе. Наташа не стала переодеваться, так уснула. Ой, ребята, сижу тут за компьютером, выбираю подарки, так как сегодня было закрыто, и в торговом центре, в котором мы были, особо тех магазинов, которые нам нужны, не было. Вот, так что пока все закрыто, завтра все открывается, сижу. Смотрю в интернете, что именно купить. И, в общем, придумала подарок один другу. Ой, надеюсь, он ему понравится. Нам нужно будет съездить в Барселону, в специализированный магазин. Потому что на Амазоне эту штуку я не могу заказать. Она придет аж в январе. А подарки-то мы будем открывать, я думаю, 1 января, либо же ночью 31 декабря, еще как в прошлом году. Ой, поэтому, да, нужно будет съездить обязательно и купить эту штуку. Я весь интернет перелопатила, онлайн доставка, нет доставки. Вот, а мы, получается, вернемся домой. И мне нужно, чтобы на момент, когда мы вернемся, нам принесли посылку, а не раньше. Вот, короче, да. Я тут сижу, нашла один сайт, магазин в Барселоне. Есть в наличии эта штука. Так что, когда мы вернемся уже с Андоры, то обязательно поедем и купим.
Короче, да, я продумала подарок. Это у нас единственный человек, которому мы еще не купили подарок. Ну, она не единственный. У нас их двое, кому мы еще не купили подарки. Вот, но я уже все нашла. Осталось только все съездить купить, либо дозаказать. И все. И подарки готовы. Останется только купить коробки и все это упаковать. И вообще, походу, в этом году мы так же, как и в прошлом году, по подарки будем в самый последний момент покупать и упаковывать. Ой. Я поспала. Что-то я сегодня так себя устала чувствую. Не знаю, я ничего не... Ну, как бы, особо ничего не делаю, но именно сегодня я прям вымоталась и просто легла и вырубилась, уснула. Но самый прикол не в этом. Самый прикол, я выпила кофе, который Ваня мне сделал. И потом где-то через полчаса, может через час, съела яблочко. И я хочу спать. Я хочу умыться, переодеться в пижамку и снова лечь спать. Представляете? Меня иногда это так раздражает, потому что у меня там запланированы какие-то дела, да, сделать. Хочется, чтобы было больше энергии, а против организма не попрёшь, к сожалению, и просто вырубает. Поэтому я сейчас, наверное, пойду умоюсь. И надо ещё сегодня чемоданы собрать. Начинаю думать собрать очень быстро. Вот. И да. Хочется лечь в люлечку. Опять спадки. Не поверите. Просто трэш какой-то. Но я осилила себя и вот выбрала, сделала подарки. Ну, сделала список подарок. Именно что нам нужно купить, чтобы потом, знаете, не ходить по магазинам и думать, ай, что же подарить, что же купить. Нет, все готово. Все продумано. Осталось только купить. Фух. Еще у меня живот... Мне кажется, растет не по дням, а по часам и тяжелеет. Фух. Надо просто выспаться. И все. И все будет. Тики-пуки. Ты че, Пума, лежишь, балдеешь? И ты лежишь, балдеешь? Я лежу, балдею. В общем, ребята. Будем сейчас это, монтировать влог, собираться спать. Завтра мы рано встаем и едем в Андор. Вообще в другую страну. Далеко-далеко-далеко. На машине. Так что, ребята, всем спокойной ночи. И всем. Пока-пока. Пока. Нет. Нет. Ты куда? Не уходи от меня, тушканчик мой. Не уходи. Пума, что-то не очень добрый. Ты понимаешь, что ты будешь без нас? Не отдыхать. Поэтому она и кайфует. Она думает, о да, я отдохну от них еще 3 дня. Да, ладно, ребят, всем пока-пока.